Будьте здоровы, люди вольные и те, у кого мерзнут ноги на зимней рыбалке. Хочу поделиться небольшой хитростью, которую иногда сам использую. Это значит, как сделать ботинки с подогревом. Ну, на самом деле, можно купить какие-нибудь хорошие, теплые, очень теплые ботинки, типа унты или валенки, и, в общем-то, не испытывать никаких неудобств. Но даже в таких ботинках, в такой обуви, иногда бывает, ноги мерзнут на зимней рыбалке. Вот. Но эта проблема особенно актуальна, когда на улице, ну, где-нибудь минус 8, минус 10, может быть, даже чуть теплее, и не хочется идти в валенках, да, или в каких-то сверхтеплых сапогах на зимнюю рыбалку, а, допустим, в обычных берцах, либо в обычных сапогах из эво материала. Вот. А от того, что сидишь без движения, ноги мерзнут. Ну, хорошо, если вот есть такой теплый, замечательный костюм, то есть туловище не мерзнет, а ноги подмерзают. И, в общем-то, как это можно решить? Даже теплые носки, специальные современные теплые носки, не спасают от того, что ноги через какое-то время начинают мерзнуть. В общем, я давно в различных ситуациях использую вот такие вот штуки, называются теплоиды. В общем, много куда их беру, в общем, почти круглогодично их использую. Видео про сборы на полярный Урал весной, точнее летом, можете их увидеть. Собственно, они бывают разных размеров. И для решения этой задачи подходят вот такие вот небольшие теплоиды, где-то примерно 10 на 5 сантиметров размером. В общем-то, никакой особой хитрости нет, они просто используются как стельки. Вот такие вот теплоиды, они рассчитаны на 6 часов. 6 часов они греются. Очень действуют очень элементарно. Вскрывается герметичный пакет, извлекается оттуда вот такой вот коричневый пакет. Его нужно вот так вот растормошить. Его нужно растормошить, вот так вот потрясти немножко, подержать его на воздухе, чтобы туда поступил воздух. От этого начнется химическая реакция. Чем больше туда воздуха и быстрее попадет, тем быстрее он начнет разогреваться. Ну вот чувствуется, он уже такой слегка теплый, но сейчас он будет все теплее и теплее становиться. Их, кстати, можно использовать не только как обогреватели для обуви, но также и для рук. Куда-нибудь положить в карман, и если на рыбалке вот приходится постоянно что-то делать, и руки мерзнут, можно сунуть в карман, подержать его, и, в общем-то, рука согреется. Вот. Сам по себе этот теплоид достаточно узкий и по размеру небольшой, поэтому засунуть его в любой ботинок никакого труда не составляет. Конечно, может быть, если там ходить куда-то далеко, какие-то определенные неудобства будут, но если сидеть на месте, то никаких неудобств совершенно нет. Снимается ботинок, укладывается внутрь теплоид. И ботинок назад надевается. Собственно, то, что указано в нем, что он работает 6 часов,
На самом деле он работает больше, чем 6 часов. Он и 8 часов может греть. Единственное, что 6 часов это такая самая пиковая температура будет. А так на самом деле он работает больше. Ну вот, таким образом можно сделать замечательные ботинки с подогревом, и тогда ноги не будут мерзнуть в любой обуви и в любую погоду. А главное, что они дешевые. Один такой пакетик стоит всего где-то 15-20 рублей, смотря где покупать. Вот такая небольшая хитрость. Может быть, кому-нибудь пригодится.